У 16-му році три міста на Дніпропетровщині – Нікополь, Покров і Марганець – повністю перейшли на альтернативні види опалення. Тоді для реалізації проєкту обласна влада залучила місцевих інвесторів. Загальна сума інвестицій склала більше, ніж 140 мільйонів гривень, а економія на опаленні в найближчі 5 років має скласти близько 1 мільярда гривень. Впровадження альтернативної енергетики в області триває і цьогоріч. І про плани та досягнення за цим напрямком будемо говорити просто зараз із гостем нашої студії. Це директор інвестиційно-інноваційного центру «Дніпро-ОДА» Олександр Коломійців. Добрий вечір нашому гостю. І так, наскільки важливо сьогодні для Дніпропетровської області розвиття альтернативной энергетики. Ну, мы все с вами видели, да, что такое газовая зависимость, когда в Украине, скажем, возникла такая острая потребность в связи с блокированием поставки газа и поднятием, существенным поднятием цены. Поэтому, скажем, перед своей командой губернатор поставил такую задачу именно подойти к такому решению этого вопроса альтернативно, то есть найти способ, когда, не применяя бюджетные средства, перевести по возможности максимальное количество бюджетных учреждений на альтернативные способы отопления. Таким, скажем, примером у нас сейчас очень много примеров, поэтому, скажем, этот путь уже с нами пройден, и на сегодня можно такими результатами даже уже гордиться. Ну, мы вот поискали некоторые примеры, и один из самых ярких и больших говорят, что это больничные корпусы на улице Космической. Да, якобы там уже около 2 лет или 2-й год работает. Второй год. А строится еще в некоторых других это больничных. 9-я больница. Четвертая больница, да. А вот насколько возможно опыт Космической, это выгодно, да, это действительно экономит. Насколько опыт Космической возможно перенести на другие объекты? Скажем, существенно реально упрощается процедура. Вот, то есть для того, чтобы перед отопительным сезоном необходимо подать, зарезервировать объем газа, который будет потрачен, скажем, в условиях отопительного сезона. Да. Такой альтернативный способ отопления, он, во-первых, не привязывает, мы видим, да, у нас на сегодняшний день зима, как всегда приходит неожиданно, да, и, скажем, уже сам может эксплуатант организовывать свое отопление, то есть включать тот момент отопления, когда необходимо, когда имеется и понижается резкая температура. Это уже, скажем, даже в городе Покров у нас был положительный такой пример, когда, помните, заморозки были, да, весной, вот неожиданно, скажем, уже когда был отопительный сезон окончен, но да, было там таким, включили, да, включили, да, скажем, это очень благоприятно скажется на инфраструктуре, учитывая, что мы переводим коммунальные, во-первых, в первую очередь учреждения сейчас на такой вид отопления. Скажем, это школы, это больницы. Ну, мы понимаем, что такую больницу оставить в сезон, когда начинается похолодание, да, оставить без отопления. Ну, это катастрофа. И так люди... Нет, то, что это нужно, я понимаю. Насколько это возможно? А почему вообще альтернативная? Она на чем работает? Автономная, я понимаю, да? То есть, когда самостоятельно уникальное, они могут... Уникальное топливо. Это пилеты. Пилеты из луги подсолнечника. То есть, это фактически отходы подсолнечника, которыми Украина наша славится. Именно, что у нас очень большое количество... произрастает подсолнечника. Его отход используется именно для отопления. Изготовляются пилеты. Вот, и на пилетах пилеты позволяют получать довольно-таки высокую калорийность, имеют тут, поэтому позволяют получить большое количество тепла именно с такого альтернативного источника. Их же надо запасать, и тоже надо продумать. Поверьте, чтобы раньше, хватило, раньше это все проходило либо в отходы, либо экспортировалось в Европу. Ну, сегодня у нас рынок довольно-таки насыщенный этим подсолнечником, поэтому, скажем, пока абсолютно, абсолютно, да. То есть на сегодняшний день, ну, скажем, недостатка в этом сырье у нас нет. А только такое сырье используют вот подобные объекты? А, потому что вот мы видим сейчас в городе очень там оновляют деревья, да, и вот их пилят на такие мелкие... Каждый котел, он, понимаете, уникальный, это чисто технический вопрос. То есть на сегодняшний день... То есть каждое свое, да, это топливо, компания, да? Компания-инвестор, которая, скажем, входит на этот рынок, она определяет уже экономическую целесообразность отопления этим видом топлива, либо же иным видом топлива. То есть ограничений тут абсолютно нет. Еще раз я хочу подчеркнуть, что губернатор поставил нам задачу не использовать бюджетных средств. То есть это инвестиционные проекты. То есть инвестор самостоятельно со своими средствами полностью финансирует этот проект. И это местные инвесторы. Совершенно верно. И это выгодно. Да. Это выгодно. На сегодняшний день это интересно. И, скажем, то есть инвестору количеству выгодно, значит, роста проектов. Там. Даже больше скажу. У нас на сайте администрации можно найти ссылку, где разработана командой губернатора альтернативная карта. То есть ты входишь в эту карту вот, и можешь выбрать любой объект, где краткая характеристика этого объекта, скажем, который необходимо нуждается в инвестициях. Можете обратиться
обратиться к нам, и мы, скажем, будем сопровождать этот проект вплоть до подключения. То есть, ну, там, скажем, открытые условия у нас сейчас, максимально такая открытая работа именно в таких вот интересных проектах, ну, то есть, скажем... А вы вот привели пример города Покрова, ну, вот город, я понимаю, что это небольшой, что там, наверное, там одна котельная, да, работала. Насколько в пределах города, в масштабах города осуществлять этот проект сложнее, чем, например, для больницы? Фу, скажем, в Покрове сразу была очень сложная ситуация с отоплением. Там порядка 80 квартир уже отапливались автономно. А что касательно объектов таких коммунальной собственности, то есть это больницы, школ, они отапливались, к сожалению, еще старым оборудованием, которое уже фактически было, скажем, в очень таком печальном состоянии. Поэтому городу грозило от, скажем, от заморозков и повторения, да, от катастрофы отделяли, скажем, считанные часы. Но вот такой способ был разработан, сделан и внедрен. И на сегодняшний день это действительно, можно сказать, уже жемчужина нашей области. То есть именно, что полностью использован такой альтернативный способ отопления не просто отдельных объектов, а целого даже города. А если приходит инвестор, он за свои деньги там чинит коммуникации, например, ну, оборудование поменять в котельной, это понятно, да, необходимо. А в вот таких там проектах трубы, очень сложно применять шаблон. Вот. То есть изначально начинается вся работа с обследования объекта. То есть составляется необходимый перечень работ, которые необходимо провести. Вот. И уже инвестор определяет, насколько ему выгодно здесь обслуживать этот объект и входить именно в этот объект своими инвестициями, либо же, скажем, подобрать себе альтернативу другой. А назовите вариант. Цифры вот, объема инвестиций, например, вот для Покрова, ну хотя бы приблизительно, если вы помните. Значит, там порядка, если я не ошибаюсь, 60 миллионов было вложено. Гривен. То есть, да, гривен, да. То есть это такие довольно-таки значительные инвестиции. Ну, скажем, это я только беру по оборудованию. Там, ну, это значительные инвестиции, даже большая нагрузка все равно для области. А для жителей это выгодно, кроме того, что они получают тепло, да, в тех случаях, где могли бы не получить, цена, например, отопление меняется в лучшую сторону для жителей? Или сложный механизм ценообразования. Вот, скажем, в чем суть? То, что действительно стоимость тепла, вот, она фактически ниже получается. То есть, но изначально вот правильно вы говорите, изначально, входя в этот проект, инвестор должен, во-первых, вернуть свою инвестицию. Инвестиция подразумевает, это возврат. То есть не просто вложенные средства и, скажем, вложил и забыл. Нет, это возврат. Вот. Поэтому, скажем, ну, на сегодняшний день это пока это социальная составляющая в первую очередь. Давайте о ней все-таки не забывать, что на сегодня накопилось, ну, по предварительным подсчетам, по всей Украине, чтобы модернизировать все социальные учреждения, нужно порядка 8 миллиардов долларов. То есть, понимаете, какая-то значительная сумма. Да. Может ли Украина самостоятельно своим бюджетом справиться с этой задачей? Я думаю, нет. А вот такой способ, такой механизм, он позволяет действительно сегодня перевести социальные учреждения, перевести на альтернативное отопление, решить эту вековую, скажем, проблему, которая у нас уже скопилась еще, наверное, с Советского Союза. Что с солнечной энергетикой? Очень модно сейчас обсуждать этот вопрос. Насколько это возможно в Днепропетровской области? Насколько климат позволяет? Там, количество солнца? И есть ли у нас солнечные электростанции на сегодня? Солнечные электростанции у нас есть. И если ехать в город Харьков, да, мы видим с правой стороны, скажем, есть такой положительный пример. Кстати, у нас самая уникальная солнечная электростанция – это с поворотным механизмом, который позволяет лучше снимать, повышать коэффициент полезного действия тех солнечных панелей, которые установлены, и более эффективно использовать те панели, которые на сегодняшний день используются. Солнечная энергетика, она, во-первых, относится к возобновляемым. То есть это такие источники, которые не требуют сжигания, скажем, угля или сжигания каких-то других углеродов. Вот. Это непосредственно, скажем, такой экологически чистый энергетика, которая действительно на сегодня нам нужна. Вот. Украина, она... Ну, скажем, это пока сегодня действует зеленый тариф, это очень интересно для инвесторов. Инвесторы очень часто обращаются к установке таких панелей. Мы тоже разрабатываем такие программы. На сегодня у нас есть ряд успешных проектов, которые мы планируем, скажем, внедрять. На сегодня они в стадии обсуждения. Вот. Но, скажем, вот определюсь, что инвестор – это человек, который вкладывает свои средства. И в первую очередь он заинтересован в том, чтобы эти средства вернуть. И если, скажем, по соляции взять Херсонскую, Днепропетровскую область, конечно, Херсонская область, она выигрывает. Да.
Вот. Но, скажем, на сегодня Днепропетровская область очень интересна тоже для инвестиций именно в солнечную энергетику. Ну, говорят, что это очень дорого, да, установка солнечных батарей. Изначально оборудование очень дорогое. И очень долго отбивается. Очень дорогое оборудование, очень дорого его подключить. Вот. Но, скажем, на сегодня это интересно. Скажем, как положительный пример, я могу еще привести то, что мы на сегодня на реке Вовча строим за счет средств инвестора, строим энергетику, то есть гидростанцию. Угу. Это старое, скажем, сооружение, которое уже фактически было разрушено. На сегодня инвестор своими средствами восстанавливает полностью это гидросооружение, проводит очистительные работы по руслу реки. Вот, и, скажем, ну, пока мы надеемся, что мы к осени уже запустим эту электростанцию, и отдельный район будет, скажем, в случае каких-либо катаклизмов или природных нагрузок, да, ну, будет обеспечен электроэнергией. То есть, мы можем говорить о каких-то сроках, когда вот вообще альтернативная энергетика, она станет основной, да, и когда только например, на сегодняшний вот день она, скажем, вспомогательная, потому как основная, мы понимаем, что такое мощность малой гидростанции, что такое мощность солнечных панелей. Угу. Да, она вспомогательная, но, скажем, если, ну, по ряду европейских стран, можно сказать уверенно, например, в той же Голландии, что ветряки, они заменяют фактически все остальные источники электроэнергии. То есть вот вам пример положительный, когда необходимо переводить именно на альтернативную энергетику, не ставить, скажем, станции, которые на сегодня загрязняют. Да, все днепряне знают, что такое теплоэлектростанция, которая своими выбросами загрязняет воздух, и что такое энергетика солнечная, которая, скажем, ну, только глаз радует. Вот. На сегодня за этим будущее. Ну что, спасибо. Любые позитивные новости — это хорошо. Любые изменения в лучшую сторону — это всегда радует. Спасибо за визит к нам в студию.